смотровая площадка Мирадор де Монтанья Гранте. Сейчас низкая облачность, поэтому город Санта-Крус как в тумане. Но это дождевые облака, вот просто, что они сегодня низко. Причем каждый день бывает по-разному. Каждой смотровой площадке в этом цикле я буду несколько роликов уделять, чтобы разная погода, разное время года. Хотя у нас слава вечной весны, но все равно... Как бы бывает разная все-таки погода. Вот сегодня мелкий моросящий дождик. И вот дорога со стороны Ла-Ротава для самостоятельных туристов. Это будет первое по ходу движения. Смотровая площадка через леса Эсперанса на Тейда.